Сердце – самый важный орган человека, от которого зависит функционирование всех остальных. Потому беречь его, вести здоровый образ жизни крайне важно. Однако в настоящее время сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает значительное количество человек. Благо, медицина в нашей стране шагает в ногу со временем. Специалисты проводят даже самые сложные хирургические вмешательства. Тему продолжим на примере операции коронарного шунтирования в Ферганской области. Проведение высокотехнологичных сложных операций требует тщательной подготовки как самих врачей, так и пациентов. Важно повышать квалификацию первых и грамотно готовить больных к предстоящим хирургическим вмешательствам, перенимая лучшие практики. 11 врачей Ферганского филиала Республиканского научного центра скорой медицинской помощи вернулись из России. Опыт теперь предстоит применить каждому в своем направлении. К тому же в их распоряжении доставлены из Германии аппарат искусственного кровообращения и комплект видеолапароскопов. Установка стоимостью 7,5 миллиардов сумов была куплена за счет средств, выделенных из местного бюджета. Благодаря оборудованию в том числе появилась возможность проводить уникальные по своей сложности операции. Врачи применяют новые методы лечения болезней сердца совместно с коллегами из Ташкента. Нужно отметить, что последние годы кардиохирургия развивается достаточно высокими темпами. На самом деле, до недавних пор около 90% пациентов были вынуждены ехать за рубеж и там оперироваться. Сейчас, благодаря вот поддержке государства, это все вот очень тщательно прорабатывается. И мы счастливы, что мы можем приехать здесь, начать кардиохирургические операции совместно. Сотрудничество в Фергане продолжается. Кардиохирурги под руководством Обейда Мустафы Абдул-Рахмана проведут высокотехнологичные хирургические вмешательства 5 пациентам. Мы подготовим артерию мамария синистра, это внутригрудная артерия. Это мы обеспечиваем графты для обеспечения шунтирования коронарной артерии. Наш план состоит в шунтировании 5 коронарных артерий. Из них мы сейчас в данный момент подготовим внутригрудная артерия левая, чтобы шунтировать переднюю ветвь. И подготовим в подкожные вены. Нижней конечности, чтобы обеспечивать шунтирование 4 коронарных. Всего 5 коронарных артерий. Подобные операции будут организованы в 5 этапов совместно с кардиохирургами Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. А после местные медики продолжат работу самостоятельно.